Вызовов для дизайнеров сейчас очень много, но самое сложное — это новые технологии. Дизайнеры должны научиться работать в условиях меняющейся экономики и меняющегося климата, создавать что-то для этого непостоянного мира, не избегать, не пытаться минимизировать риски, а работать, принимая их на себя. Если вы предприниматель, следите за тем, что происходит в мире. Очень важно понимать, какие решения и технологии будут повсеместно использоваться в ближайшем будущем. Одна из перспективных областей для дизайнеров — это интернет вещей. Под этим термином понимают создание физических объектов, объединенных через интернет. Например, часы, которые оповещают тебя, когда твой друг на другой стороне Земли проснулся и вышел в сеть. Это целая новая область, новая технология. Сама идея появилась довольно давно, но только сейчас интернет вещей стал стремительно развиваться. Большие компании и корпорации пытаются создавать предметы, соединенные через интернет вещей, пытаются использовать 3D-принтеры. Но вот что интересно, в области новых технологий лидируют маленькие стартапы и предприниматели. Это они работают по новым принципам, это они умеют рисковать, и именно они будут задавать тон на высокотехнологичном рынке, а вовсе не большие организации и корпорации. Экономические ситуации в современном мире могут меняться постоянно. Нужно быть гибким, ловким, адаптивным. Не стоит нанимать большую команду и снимать огромные производственные площади. Традиционная корпоративная модель уже не работает. Сейчас выживают маленькие мотивированные команды. И не стоит слишком много усилий тратить на защиту своей интеллектуальной собственности. Патенты — это прошлый век. Многие вещи, которые люди придумывают и создают, невозможно запатентовать в принципе. Зато для того, чтобы оформить патент, нужно потратить много драгоценного времени и значительные средства. Вместо этого просто создавайте свой продукт, выводите его на рынок, завоевывайте популярность. Признание пользователей даст вам больше, чем любой патент. Уже потом, когда ваш продукт начнут копировать, можно задуматься о защите или просто взять и придумать что-то новое. План Б на сайте rbk.ru.